Ну это же где? Что тут? На 27 метров на миг. А что тут делать-то? А, участвовать что ли? Начать обучение. Ну давай я начнем обучение. Я симуляторный никогда не играл в VR. Да, если у него нет самолета для симуляторных. Так, ладно, я перехожу в VR. Сейчас чат опять читать не буду. Но... Тьфу, блин, попутался на Димку. Но этот... Проблему с двумя экранами я окончательно справил. Так что... Давайте сейчас. Я сейчас буду учиться, так как в симулятор никогда не играл. Так. О, черт, это что такое? Брррррррр, ну теперь брррррр. Ну, смотри, сходится. Ай. Черт, где это тай-то? А, вот. Оф, опять я закрылся. Ну, черт. Хорошо. Ну, это разгоняться. О, черт. О, блин, долбай. Вот тебе и симуляторный, блин. Так, подожди-ка. Так, а это что за экран? Это что такое? Что за экран? А что там? Куда поворачивать-то? А, все. О, черт! А! Блин! Блин, я обучение не могу пройти. Что за хрень? Так, подожди. Выпустите закрылки. Твердый знак, блин, где твердый знак-то? Вроде тут было, да? Блин, наугад. Хрен разберешь. Да ты запарил. Вот, теперь от земли можно убрать шасси. А, джей, это шасси, да? Уберите закрылки. Угу. Ну, черт, тихо. Блин, сложноватое управление. Надо привыкнуть. Надо как-то привыкнуть к этому управлению. Черт. Посадка на аэродром. Позволяет захватить зон. Чтобы успешно посадить самолет, нужно значительно снизить его скорость. Так, хорошо. Блин, Microsoft Flight Simulator. Вспоминаем наше обучение. Так, шасси выпущено. Закрылки. Да уж. Microsoft Flight Simulator, блин. Давай. Я смогу. Я смогу. Я смогу. О, тихо. Я понял. Садись. А. О, сел, что ли?
Я сел. Когда скорость самолета падает, активное торможение может опрокинуть самолет. Я сел. Самолет остановился. Посадка успешна. Есть. Блин, я в симулятор никогда не играл. Так что обучение не помешает. Че, как вам? Что вы там понаписали? Ну-ка. Интересно, с какого раза ты взлетишься? А нам как подключить VR? В симулятор на всех игроков вид только из кабины и управляется все иное. А, тебе нужен штурвал. Ну, штурвала нету, к сожалению. Нужен штурвал. Очень хорошо. Так, когда взлетаешь, сразу убираешься. Вау, браво, у меня это месяц. Ну, в VR более это погружение хорошее. Так, ладно. Сейчас я опять захожу в VR и чат читать не буду, хорошо? Так. И начинаем. Бой. Подожди, а как бой-то начать? Участвовать, да? А, все, пошло. Сейчас, VR хлопаем сына. Так, сбрасываем наше положение. Кто тут имя? Чекин, да? Так, ладно. Еще раз сбрасываем наше положение. И начинаем мой первый симуляторный бой в режиме VR. Вообще, я до этого... Я даже в обычном режиме в симуляторе не играл. Я же аркадник. Я тут еще аркадник. Так, ну давай вот этот самолет возьмем. Бой 1200, да? Или какой возьмем, дур? Так, какой лучше-то? Ну вот эти две лучше по-любому. Так. МиГ-3 15... Давай вот этот вот самый топовый. МиГ-3 34. Так. Мой первый симуляторный бой War Thunder. Так, вон двое уже летят. Так, как там было? Вспоминаем школу. От винта. Ой. От винта. Так, а как закрыть окно? Ладно, черт с ним. Ага. И полетели. А, закрылки. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай, закрой-закрой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Взлетай, засранец, взлетай. Давай, взлетай. Да, блин, нет! Вот тебе взлет, блядь. Капец. Все, the end. Тут, наверное, только одна жизнь. Симулятор, ну, да? Перезарядка через... В смысле, уже, что ли? А. Так, сейчас посмотрим, отремонтируют или нет. Или нам придется выйти с боя. Вот тебе и взлет, блин. Уф, второй шанс дали. Так. От винта, ой. От винта... Надо, короче, равно по центру держать. С укрылки. Взлетай, засранец. Тихо. Взлетай. Фуф, со второй попытки взлетели. Блин, это симуляторные бои. Самый хардкорный режим в этой игре. Так, ладно. Звук есть, видео, качество нормальное, да? Все нормально здесь? Так, и что, куда нам сейчас лететь? Так, это кто? А, вот карта. Так, я где?
Так, я где вообще? Надо сориентироваться на карте. А, вот я где. Ага, понял. Ну, летим прямо. Летим прямо к вражеской территории. Так, он, видимо, наша. Ага. Блин, нереальное погружение. Кстати, вида третьего лица тут нету, так что мы все равны. В отличие от них, я могу крутить головой. Но даже несмотря на такое преимущество, я все равно, наверное, проиграю, так как я новичок. Блин, капец. Тут нереально погружение. Петля Нестерова, да? Ух ты, жесть. Меня, наверное, сразу бьют. Так, взлетаем, наверное, так, скорость 213, высота 1200. Взлетаем в небо. Мой первый симуляторный бой. Интересно, сбью, не сбью хотя бы одного? Как думаете? Пишите в чате, сбью я или не сбью. Хоть кого-то. Блин, нереально классно. Так, он наша. Так, где? Ух ты, лететь далеко. 2 часа лететь, и меня с одного выстрела по-любому убьют. Так, я догоняю наших. Так, слишком не разгоняемся, этот двигатель. Сломаю. Давай на все 100%. Так, он наша. Давайте, ну. О, черт, черт, черт. Тихо. Блин, мне даже просто летать-то или кое-как могу воевать-то как буду. Так, налево. Штурвал налево. Блин, как же классно, а? VR вообще нереальное погружение. Так, вот наша. Ага. Так, а там кто внизу? А куда мы это поворачиваем-то? Куда они полетели? Чё они тупят-то? Эй, пацаны, вы куда? Где я? А, ну, они круг, что ли, сделали? Чё-то я не пойму. Так, что они делают-то? А там кто? Здание уничтожить бомбардировщики в квадрате D1 провалены, да. Бомбардировщики D1, где D1? Короче, я понял. Так, я зря за ними лечу. Сами полетели, короче, так. Нам надо сориентироваться на карте. Так, тихо. Да, и летим, короче, по прямой.
Блин, лететь капец долго будем. Почему он вправо смещается? Вот я ровно сижу. Блин, почему-то смещается вправо. VR. Все время приходится сбрасывать. Так. Че, как там со звуком? Все нормально, да? Миг. Взлетаем в небо. Так, вроде нормально. Так, короче. По карте ориентируйся, там уже задание написано. А ты за сколько? Я давно покупал, очень давно. За 15 тысяч. PlayStation VR. Для PlayStation покупал. Потом новости там посмотрел, на ПК можно подключать, оказывается. Так. Блин, а что? А, вот сбросилось. Вот это вот, блин, плохо. Он все время вправо смещается. Почему? Ладно, летим дальше. Так, чё, куда мы летим-то? Ха, а чё я повернул? Так, давай-ка он за ним полетели. Это кто наш? Смотри, сам смещается, смотри. Я ровно сижу. Эх. Почему я туда повернул? Топливо на 7 минут. Прикройте самолет отвечек к подаче D6. Двоите воздушный производство к подаче F4. Они все чувствуют, что мы к E9, E3. В E3. А, черт. Давай лучше сюда полетим. Там ближе всего. Так, это, надеюсь, наша? Да, это, видимо, наша.
выполнены, да? Так, вон моя эскадрилья. Чуть-чуть правее. Или это кто? Эскадрилья же, да? Где наши вообще? Сколько нас? Воу! Что это было? Черт! Воу, что это такое? Зенитка, что ли? Шасси выбили. Так, идти на точку А. Так, вот, заход точки идет, да? А что, это туман, что ли, что? Высота сколько? Где высота? Не понял, где высота-то? А, ну вот же, 3000 метров. Блин, я туда полетел. О, чёрт, это кто, наш, что ли? Что это вообще? Да, видимо, это наше. Да, блин. Как это они так стреляют? Что такое? Кто в меня стреляет? О, черт. Топливо кончается. Да, ну тебе. Ой, блин. Вот тебе и симуляторные бои. Это кто наш, да? Ага, это наш. О, тихо, 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 тихо. Ух ты, жесть. А как мне топливо-то? Приземляться, что ли? Куда? Тут есть аэродром? Слушайте, кто сейчас чат смотрит, видео смотрит, напишите-ка в комментариях, как мне заправиться. Как мне заправиться-то? Чё-то я не понял. Что-то я не понял. Так.
Ну и как тебе VR стоит? Стоил ли? Да, стоит, конечно. Укачивает, ага. Укачивает, укачивает. А как заправиться-то? Никто не знает-то. Напишите в чате. Как со мной заправить? У меня топливо кончается. На аэродром... А, тут аэродрома же нету. Блин, подожди, сейчас попробую найти тогда. Видимо, топливо уже закончилось. Топливо ноль, все. Тут есть аэродромы поблизости. Вот, тихо. Управление, конечно, хорошее, как в реальности, но... Черт. Где мне заправиться? Блин, летели, топливо закончилось, не зашибись. Может, на вражеской? Вон вражеский аэропорт. Долетим, не долетим. Долетим, наверное, да? Черт. Долечу, не долечу. Это наш, да? Вроде наш. А, нет, не наш, слушай. Это противник, что ли? А, черт, надо садиться. А, тихо. А, все, я сейчас разобьюсь. Где аэропорт-то? Недолет, что ли? А, тихо. Тихо. Нет. Зашибись. Вот тебе и симуляторные бои. 3.35. А, вот же есть тупой. Ну не тот самолет, что ли? Так. Точка это воздушная точка захвата по югу. Точка это не аэродром. Аэродромы линиями отмечены. Хорошо, сейчас. Почему он этот? Комбинации клавиш хотя бы нету, да? Так, расширенные настройки.
Так, все время вправо смещается. Ладно. Так, может так тогда попробуем? Ну, вот так вот. Так, от винта. Кстати, я лечу. Лечу. Летим. Ну и чтоб топливо быстро не тратить. Так, куда нам лететь-то? Прикрутится место разведчик на кончик D3. D3 и прикрутится разведчик на кончик S5. Куда лететь-то? Ну давай, полетели прямо. Так, вон наших вижу. Давай за ними держаться, короче, а то я не знаю, куда лететь. Черт.
А что они все время кружат-то? Это Буту, что ли? Слушай, это Буту, кажется. Да, это Буту, блин, я туплю. С Бутами. Так, подожди-ка. Топливо на 6 минут, блин. А если я сброшу скорость на 50? А если прибавлю? Угу. Чем медленнее, тем меньше тратится.
чем надо смешиваться. Чё-то понять не мог. Так. Пока ты не шаришь в этом режиме, просто захватывай воздушные точки, и когда здание на вражеские штурмовики появляются, можешь за ними проходить так, пишется в каком-нибудь куда-то. Да, дрон будто защищает, летает хорошо. Ага. Так. Сейчас возвращаюсь обратно. Я в туалетах сходил просто. Так. Почему-то все время смещение вправо идет. Понять не могу. Блин, как быть-то, я не знаю даже. Может, вот так как-то попробовать. Все, я тут. Сколько у нас там? 4 минуты осталось, да? Капец. Сложно. Это кто? Так быстро летит. Охренеть, что так быстро? Вон еще один. Так, точку А давай, надо взять. Ну, все-таки медленно, но лучше побыстрее скорость поставим. Топлива не хочет. Вижу противника. Топливо на 2 минуты. Это кто, наша? Летим туда.
Где наш, а где противник? О, черт! Что это было? Крыло повредили. Так, это один наш и 15-й. Так, и чё, куда сейчас? Топливо кончается. Все, 15 секунд. Ладно, пора сажать самолет. Будем сажать там. Надо сесть аккуратно. Сажаем птичку. Аккуратно, аккуратно. Давай, 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 садись. Тю. О, черт. Ну, зато живы. Что-то я нашел. Так, ладно, идем дальше. Тысяча 200, да? Так сразу куда летим? Так, на гору летим, да? На гору полетели.
Так, летим сюда. Короче, я хочу вот эту вот проблему со смещением сейчас решить. Смещается все время вправо. Сейчас, подожди-ка, посмотрим-ка. Одну-две минуты сейчас вот так вот постою, посмотрим, смещаться будет, нет? Если тут смещения нет, значит, дело в самой игре, что ли? Тут влево смещается. Смотри. То вправо, то влево. Зашибись. Чё за хрень?
Ну-ка. Давай все зарканды. Я идеалистичный попробуй. Что, это не хочет найти, что ли?
Идите сюда. Черт. Сейчас я тебя отомщу. А, черт. Куда он делся? Утюг.
Что за истребитель? О, черт. В смысле, как? Японец. Двадцать 7 секунд, это просто жесть. Блин. Еще есть что-то. Так, давай к нему пошли. Ну, я авторемонт, что ли, выключил? Сюда неха. Что еще сюда? Третий раунд, да? Як 30. За танки, если поиграть. Интересно. Как эмоции от VR в тундре? Четко. Мне нравится, но единственное, тут постоянно смещение вправо идет. Проблема этого VR. Из-за этого смещения, блин, как-то настроение портится.
Все время сбрасывать надо, доктора. Стимзер. Комбинация. Клавиш. Раз. Жим. Подожди, а комбинация, знаешь, какая? Интересно. Так, мне надо, короче... Как ты решить эту проблему? С правого смещения, вот. Блин, танки VR, что ли? Че? Ну-ка, попробуем-ка. Интересно. Ёпта, ты что такое? Офигеть. Танки VR. Так, а как целиться? А, вот. Охренеть. Да ладно.
вправо сместилась. Сейчас я напью. Черт, откуда? Да, блин.